80-летний Иван Гармель – инвалид первой группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новый статус мужчина получил 2 года назад после перенесенного инсульта и с тех пор практически не выходил на улицу. Не потому что не хотел, а потому что преодолеть даже несколько ступеней в подъезде было чем-то из разряда фантастики. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. В Бресте появился эффективный помощник – электрический гусеничный подъемник «Барс». Наше отделение, именно отделение с сопровождаемым проживанием, занимается сопровождением инвалидов по зрению и инвалидов по передвижению. Так как многие живут на этажах, и в связи с тем, что не было возможности как бы спуститься, эти вот 5-6 ступенек, которые именно с площадки, они всегда были препятствием для колясочников. Сейчас за счет того, что появился этот гусеничный подъемник, нам намного больше стало больше желающих нашей услуги. Теперь социальному работнику стало в разы проще. Прибор позволяет плавно преодолевать лестницы и лестничные марши, не оборудованные пандусами. А значит, препятствий для летней прогулки у Ивана Гармеля больше нет. Проведенное время на свежем воздухе в окружении родных и близких благотворно влияет на самочувствие мужчины. Спасибо большое территориальному центру, что они сообщили нам такой возможности снова выходить в люди, снова вернуться в этот мир. Да, вместе с внуками. Мы выходим с внуками, дети в колясках, рядышком, дедушка в коляске. Дедушка на внуков посмотрит, внуки на дедушку. Везем детей, везем вот папу нашего. Папа тоже рад, да. Пообщаться с детьми в такой обстановке. Казалось бы, обычная прогулка, но как много она дает человеку с ограниченными возможностями. Общение с друзьями и близкими, наслаждение легким ветром и теплым солнцем – такие простые, но такие важные вещи. А потому желающих воспользоваться этой безвозмездной социальной услугой в территориальном центре Московского района Бреста столь много. Для того, чтобы обратиться за подъемником, нужно найти на сайте наш телефон и заказать услугу, либо непосредственно придя к нам в центр, заказать эту услугу. Этот подъемник приобретен именно для такой цели, чтобы покидать квартиру могли инвалиды-колясочники и осуществлять прогулку по двору, либо вблизи своего двора. На обслуживании территориального центра Московского района города состоит более 1000 инвалидов первой группы. Цифры внушительные. Правда, не всем им необходим гусеничный подъемник. В их домах созданы условия безбарьерной среды. Новая услуга сможет решить проблему тех, кто без этого помощника не был на улице уже очень долгое время, а значит, сможет принести и радость человеку, который в четырех стенах ее давно утратил.